Не передаю слово Иордании. Большое спасибо, господин председатель. Позвольте прежде всего приветствовать министров, которые приехали на данное заседание из Малайзии, Новой Зеландии, Австралии, Нидерландов и Украины. Мы, несомненно, ценим все усилия, предпринятые данными странами в рамках независимого расследования крушения MH17. Ровно через год Иордания проголосовала за проект резолюции и поддержала создание международного трибунала для судебного преследования виновных в крушении малайзийского Боинга. Мы считаем, что виновные должны понести ответственность. Их действия привели к гибели 298 невинных людей. Они должны понести ответственность в рамках независимого судебного механизма, который бы обеспечил четкие меры по привлечению их к суду. Важность данной резолюции не только в том, чтобы наказать виновных за эти действия, но также в том, чтобы сдержать любые попытки угрожать миру и безопасности международной гражданской авиации в целом. Нападение на гражданскую авиацию было бы прецедентом, если его не сдержать и не ликвидировать сразу. Мы должны предотвратить дальнейшие преступления такого рода и не можем позволить проводить нападение на гражданскую авиацию. Мы должны наказать виновных. Хотя резолюция, представленная Совету Безопасности, сегодня не принята, работа должна продолжиться для выработки общего понимания мер, которые необходимо принять, и для их осуществления в соответствии с вариантами, представленными генеральным секретарем. Мы подчеркиваем важное сотрудничество среди всех государств для достижения правосудия в интересах жертв этой трагедии. Благодарю вас. Я благодарю представителей Иордании за данное заявление.